Друзья, вдохновляющая история для вас, которая произошла вот только что на рынке. Покупал помидоры уже у знакомых продавцов, и они спрашивают, сколько тебе лет? Я говорю, 29. И они начали бурно реагировать. Никто не мог поверить, они думали, что я намного моложе. Они говорят, you are beautiful, very young. Я говорю, thanks. My secret of youth is your tomatoes. То есть они говорят, ты прекрасен, очень молод. Я говорю, спасибо, мой секрет молодости в ваших помидорах. В общем, они довольны, но суть в чем? Помните, что нам говорил доктор Греков? Что во фруктах сахар, что он старит и так далее и тому подобное, что мне там чуть ли не 80 лет. Но практика показывает ху-с-ху, кто как выглядит, кто как живет и к чему идет. Один к разрушению, другой к здоровью. Так вот, друзья, важнейшая информация о здоровье, которую я узнал, о том, как я переходил на такой тип питания, с чем столкнулся, все это упаковано в моих семинарах. И скидки на мои семинары действуют только до конца августа. Осталось ровно 2 дня, потом цены в сентябре уже повысятся. Эту информацию вы не найдете ни в одной книге, ни в одном другом семинаре. Это моя максимально авторская практика, моя и тех людей, которых я лично вел по питанию. Поэтому успевай, осталось всего 2 дня до конца августа. Успевай, забирай, наслаждайся.